Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на пистолет компании ВЕ Маузер К96. Пистолет Пауля Маузера был разработан в 1896 году. Основная причина популярности – это огромная мощность. В свое время он позиционировался как легкий карабин, принимал участие в 7 войнах, в том числе Первой и Второй мировой войне. В наше время пистолет встречается в кино и компьютерных играх. Пистолет выполнен из алюминиевого сплава, накладка на пистолетной ручке из пластика, оформленной в цвет орехового дерева. Также в комплекте с пистолетом идет кобура-приклад, выполненный из пластика в таком же цветовом исполнении. Пистолет представлен в двух вариантах – черного и серебряного цвета. Вес пистолета в черном цвете составляет 940 грамм, вместе с прикладом – 1360 грамм. В серебряном исполнении вес 830 грамм, с прикладом – 1260 грамм. Их длина составляет 30 сантиметров, с прикладом 69 сантиметров. Затвор у пистолета подвижный, есть имитация отдачи при стрельбе. У данной модели пистолета для неполной разборки потребуется взвести курок и переключить предохранитель в нижнее положение, тем самым снять пистолет с предохранителя, переключить защелку корпуса на тыльной стороне рукоятки и подать верхнюю раму назад. Тянем затвор на себя и вынимаем механизм пистолета. Хоп-ап система находится у основания ствола. Ее регулировку можно произвести, взведя затвор и подкрутив маленьким винтом. Пистолет работает на грингазе, резервуар находится в самом магазине. Магазин пистолета вмещает в себя 27 шаров. Обратите внимание, в версии серебряного цвета магазин вмещает в себя 11 шаров. У пистолета предусмотрен автоматический огонь. Переключатель флажкового типа расположен на тыльной части рамы слева. Также пистолет имеет механический предохранитель, который находится рядом с курком. Также важно, после стрельбы не забывайте заправлять магазин грингазом. Это сохранит ваш магазин от дальнейших поломок из-за рассыхания резиновых сальников магазина. На пистолетной рукоятке имеется отверстие под тренчик. Также для его лучшей фиксации в комплекте идет специальная скоба. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 100,6 метров в секунду. Скорострельность вылета большая – 14,8 шаров в секунду. Прицельная дальность составляет 25-30 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих видео. Всем пока!